Милиция просит помощи у жителей Донецкой области. Правоохранители обращаются с просьбой к тем, кому что-либо известно об убийце охранников торгового центра «Караван» в Киеве. Уже установлено имя преступника. Это Ярослав Мазурок. Ему 38 лет, родился во Львовской области. Напомним, 26 сентября он застрелил 3 людей и еще одного ранил в столичном супермаркете. Если кому-то известно местонахождение этого мужчины или какая-либо другая информация о нем, милиция просит сообщить об этом. Телефоны 102 0800 505 102. В Макеевке можно набрать номера 22 04 05 или 6 45 18.